С 1 января все, кто не установил в своих квартирах счетчики учета воды, будут платить за эту услугу втрое больше. А еще через полгода, с 1 июля, тариф вырастет уже в 5 раз. Почему многие не спешат ставить приборы учета и платить за воду по счетчику? И кто имеет право не делать этого в будущем, выяснил Станислав Редикульцев. Вода в кране теперь золотая для тех, кто до сих пор живет без счетчиков. Уже сейчас за воду им придется платить в 3 раза больше, а с середины года в 5 раз. В среднем по стране на человека установлен норматив около 10 кубометров воды в месяц или 300 с лишним литров в сутки, а это больше полной ванны. Вычерпать весь норматив ни одному человеку не под силу. Счетчики реально помогают сэкономить, но ставят их пока неохотно. По данным правительства, треть квартир счетчиками до сих пор не оборудована. Живет семья в квартире и состоит из 4 человек. Например, 2 детей, 2 взрослых. Но прописан 1. И счет за воду приходит на 1 человека, хотя потребляют ее все 4. И получается, что ту воду, которую потребляют все остальные члены семьи, фактически оплачивают добросовестные соседи, которые установили прибор учета, и которым каждый месяц еще и выставляется счет за общедомовое потребление. Обязанность была, но ответственности за неустановку никакой не было. Колоссальный рост стоимости неучтенной воды – это попытка вывести таких граждан на чистую воду. Заниматься этим обязаны ТСЖ и управляющие компании. Приходим в Минрость милиции, зафиксируем, какое количество людей проживает, и норматив выписываем на всех, кто проживает. Угу. То есть человек попадает на деньги, причем на очень хорошие деньги. Для тех, кто счетчики поставил, но вмешивается в их работу и занижает реальные цифры потребления, цена воды тоже взлетает сразу в 10 раз дороже норматива. Установка пары счетчиков стоит от 3 до 6 тысяч рублей. Оплачивать сразу полную стоимость не обязательно. Можно обратиться в управляющую компанию, и та обязана установить счетчики в рассрочку на 5 лет. 5-7 лет – это как раз срок поверки. Она также не бесплатная, но делать ее надо. Недавно, значит, я, увидев напоминание в квитанции об уплате о том, что необходимо пройти поверку счетчика, обратился по указанному телефону водоканал. Стоимость поверки одного счетчика около 500 рублей. На этом пытаются заработать мошенники. Звонят почти каждый месяц и требуют обязательно пройти поверку. Реагировать или поддаваться вот этим сплошным прозвонам разных компаний, требующих или предлагающих чуть ли не ежеквартально или ежемесячно проходить поверку прибора учета, конечно, таким звонкам поддаваться не стоит. И лучше всегда спросить у своей управляющей компании. Повышение не коснется тех, где технически установить счетчики невозможно. Причем появление счетчика в доме – это почти гарантированное снижение коммунальных платежей. Если, конечно, число прописанных совпадает с реально проживающими. Эксперты подсчитали, за 6 лет со счетчиком семья из 3 человек сэкономит на коммуналке почти 200 тысяч рублей, что в десятки раз превышает все расходы на установку. Стас Редикульцев, Лев Асланян и Елена Бедяк. Вести.